Почтамт преображается с опережением графика. Внутрь зала уже завезли мебель. Полностью готов потолок и пол. Подняв голову, можно заметить, что старая лепнина не просто сохранена, но и покрыта золотом. Раньше таких роскошных акцентов на потолке и стенах не существовало. Все было в белых тонах. Интерьер будет выражен в так называемом корпоративном стиле Почты России. Предусмотрена зона для работы с юридическими и физическими лицами. Снаружи и внутри здания удобные пути для маломобильных групп населения. Фасад практически полностью закончен, вы уже, наверное, видели. На фасаде будет подсветка, которой никогда не было. И будет действительно очень интересная иллюминация, которая в соответствии с проектом уже сделана. И я думаю, что жители по достоинству оценят это наше множество. В понедельник ход ремонтных работ на почтамте оценил начальник регионального департамента развития информационного общества Дмитрий Косарев. Руководитель IT-ведомства предлагает расширить сотрудничество. К примеру, открыть на базе почтовых отделений центры подтверждения учетных записей для порталов госуслуг. Также планируется увеличение количества пунктов приема платежей на социальную карту жителей Ивановской области. Договоренность о двухстороннем сотрудничестве между почтой и профильным департаментом достигнута. Можно предположить, что более плодотворная работа начнется в январе следующего года, когда будет открыт обновленный почтам. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.